В Ульяновске провели железнодорожный экологический рейд. Наша съемочная группа отправилась на спецпоезде по местным путям сообщения. Инспектировал окрестности замдиректора департамента транспорта Юрий Чибисов вместе с экологами и инженерами. Сразу хочу сказать, что работа, конечно, есть для нас всех. Есть около гаражных кооперативов, мы видим, где складируется мусор. Значит, есть участок владений, где заканчивается огород, и собственник за забор выносит весь мусор, все отходы. И пассажиры и все это видят, которые прибывают. Ну и, в принципе, это экология, это наш порядок. Комиссия оценила работу дорожников и городских служб по уборке участков. Также мы наблюдали то, как жители частного сектора и владельцы гаражей соблюдают порядок в своих владениях, расположенных рядом с железнодорожными путями. С вокзала Ульяновск-Центральный отправились на станцию Студенческая, затем проехали по Засвияжью к станции Ульяновск-3. Специалисты из комиссии утверждают, что сейчас эти ландшафты выглядят гораздо чище, чем 2 года назад. Но расслабляться пока что рано. По маршруту следования выявили ряд несанкционированных свалок стихийных. Будем принимать меры совместно с главами районных администраций, ну и, возможно, с привлечением региональных операторов. А нарушения, как таковые, обнаружены по большей части в Засвияжском районе. Проблемы стихийных свалок будут решать. После рейда сотрудники Минтранса поработают с главами районов и представителями регоператоров. Ведь чистая территория – это не только здоровый воздух и почва. Порядок на въезде в город и на местных станциях – это еще и репутация Ульяновской области. Не стоит забывать, что, попадая в Ульяновскую область, гости и путешественники видят подъездные пути в первую очередь. И, скорее всего, ухоженный вид окрестностей может оставить лучшие впечатления при знакомстве с нашими краями. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.